И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен легендарнейшему вооружению и сочетанию, которое меня в свое время супер жестко удивило. И я в видеоролике сказал о том, что если мы наберем определенную цель лайков, то соберем группу из определенных сочетаний и скатаем и посмотрим, что из этого получится. Как вы поняли, это сочетание Дика Твинс с турбоускорителями, и играть сегодня я буду с двумя, ну можно сказать, легендарными игроками, с Глебом Парламентом. Всем привет. И с Валветиком Виталичкой, он же Билли Миллиган, он же 2-0, он же, ну даже можно сказать, на 3-0 выходит, легенда киберспорта. Поздоровайся. Да, салам алейкум. Так, с котами, я думаю, что мы сегодня одну матчмейкинговую катку постараемся сделать максимум, что-то вроде того, что у нас когда-то было с Дико Вулканами, только уже на Дико Твинсах. По идее, это должно работать, ну и скатаем в режиме захвата флага, плюс на ловкачах. Ловкачи, конечно, я думаю, что нам особо сильного дополнительного бонуса не дадут в плане самого вооружения, только скорость для увоза, например, там флагов. А так, ну, наверное, не так существенно, как на Дико Вулкане, потому что Вулкану там поворот башни намного больше нужен, когда вы играете на адреналине. Ну и Глеб тут до начала видоса сказал одну вещь про Дико Твинса, может, и на видос скажешь, что ты думаешь по поводу сочетания? Ну, я считаю, что Дико Пулик посильнее будет это его сочетание. Короче, Глеб сказал, что шляпа усатая, шляпа. Дико Твин с турбоускорителями не тянет. И то, что играть, например, на том же Вулкане намного приятнее. Хотя, как по мне, все зависит от резистов. Да? То есть, если у нас резистов не будет супер большого количества, то я думаю, что и эти Дико Твинсы должны показывать хороший результат. Насколько хороший? Я, честно, не знаю. Виталичка, ты на таком сочетании тушил? Да, играл чуть-чуть. Чуть-чуть? После видоса? Я согласен. Согласен с Глебом, но, ну, типа, это, наверное, тоже можно играть, но. Можно давать контентику, да? Мы уже играли группой, да, с Васей и с СЛВ. Но, типа, Вулканы жестче, да? Ну да. Понял. Ну, посмотрим, что получится. Я надеюсь, что какой-то контентик покажем интересный. Но меня вот единственное только сейчас уже начинает пугать, то что... О, ух, ёпта, я уже думал, Габелла. Две минуты каточку у нас ищет в нашей игре. Онлайн, наверное, супер большой. Наверное, 10 миллионов играет одновременно, поэтому так долго катку ищет. Так, ну и смотрим, куда надо закинет сейчас. Надеюсь, что это будет неплохая карта. Ой-ой-ой-ой-ой! Ёптвою, куда нас закинуло? Темпл, ЦТФ-очка. Ну что, работу делаем, как... На битве ютуберов прям. Моя любимая карта. То, что и заказывали. Да, чисто. Так, что у нас по резам у противника? У противника два реза только от Твинса. Ну и... Они сейчас выйдут. Можно еще контролинг центрального овердрайва показать жесткий? Так, можно. А куда у меня нитра моя улетела, я не понял. Так, а, нам подавление накинули. А, все понял. Я справа залетаю по тихой грусти. Ой-ой-ой. Развальчик. Вон какой звук бешеный. Когда несколько этих дико-двинцов бьет одновременно, там такие торпеды залетают. Жесткие. Так, ну можем, в принципе, попытаться увести, а там уже посмотрим, что будет. Это типы лагают. Оверки не было еще? Не-не, я пока стою и жду. Окей. Может быть, упадет. Под оверкой, я думаю, можно нормально так влететь в их базу. Так, я попробую зайти, может что-то получится. Сейчас по тихой грусточке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, миночки уже пошли. Это плохо, если честно. Можно, наверное, пробовать одному справа заходить. И кому-то вот с этого левого подъемчика. Ну, либо просто под овер троем затушить на подъеме. Что там, Виталий, есть шансы? Ну, есть, я пока что кидаю. Давай, я еду, Глеб, еще буду за тобой. Попробуем бомсануть. Ой-ой-ой. Я подберу. Есть контактик? Ай-яй-яй-яй. Вот так. Подберу. Глеб, ты не забрал его? Подбираю, давай, я прыгнул. Есть встречка. Флаг снизу, слева. Контактик. Вроде... А, там едет, возвращается. Ладно, понял. Ну я справа подавлю тогда. Так, а оверка была, да?
Да, через минуту будет следующая. Окей, ну там инфу скажешь, когда будет поближе. Так, у меня уже 60%. По идее, если чуть пожить, поверка уже появится. И можно Ой, будет сколько тут попытаться мин? выводить. Сколько тут мин поставили через лево? Надо бы узнать, чьи мины. Так, Макс 2016. Как ми... Ой, ептеть. Тут, короче, и справа мины, и слева мины. Ну, Магнум тоже номинирует. Еще кто-то Так, там. Арес только что я видел, поставил котлету. Только что Аресик поставил. Вика Магнум тоже. У Ареса тоже есть миночки. Так, через сколько оверка? Через... Должно быть через 20 сек плюс-минус. Окей, через... О, сколько у вас процентов? У меня У меня... 65. У меня 70. Так, значит, тебе надо брать Глебыч. Мне было бы неплохо чуть покидать, чуть пожить. Но пока они Ой, прям что... плотно дефят. Прям конкретно так. Но тут вроде Оверка как... падает, блин. Вроде как так, чистый подъемчик. Угу. Я пробую бэмсить. Магнум прожал оверку впустую. Так, нам надо сейчас собраться вместе. Там еще шафт У вроде меня с оверкой есть. тоже стоит. Хорошо, я Сейчас поставлю я тут у подъема тут. еду. Виталичка там уже подлетает. Я газую только. Я еще пока что далековато. Давай. Попробуем. Главное, что Шарп у нас. Но меня Бля. сожрало. А, меня тоже. Да, меня тоже сбрил почти. Ладно. Я живу пока что. Хорошо. Жду. Тесла. Может, нам надо левел рейс еще поменять. Магнум. Нет, магнума нету. Возможно, рез от мин. У меня его нету, сори. Так, ну что, я жду. Есть контактик? Мы заняли. Давай, полетели, поехали. У меня 96. Ой-ой, хорошо. Работа. Хорошо. И увозик. Делаем, делаем, делаем. Нормально, нормально. Добавляю. Давай, пошли респить дальше, Виталий пока Пошли, увозит. да, типа. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо залетает. Виталий, что там? Четко все? За тобой какой-то типсон гонится. Ай, шафта слил. Нормально? Нужна помощь. А, нормально, нормально. Давай, давай, Глебыч, надо респить. Бля, у меня гром еще. Меня могут убить, но там мины, он не вернет. Тима, это подберу? Там чел прожал на вигограме. Может вернуть. Ай, сука, ну ладно. Да, надо было страховочку делать, если честно. Тут уже наша ошибка. Ну, оверка сейчас будет. Должна уже так, лететь. Так, у Виталия есть вообще овер, мы можем зайти под него. Там как раз сейчас... Оверка минус там нет. Лежит на центре уже. А, еду. Но там какой-то Петрович. 10. А, там чел забрал. Ладно. Заберёт, да. Где ты, Глеб? Центр еду. Давай, давай, его заходим. Ну, сука, за шоу называется. Ну, можете пробовать вдвоем, если есть шанс. Да не, я тоже на респе. Тут уже... Может право? Смотри, наши права. Не-не-не, право там вообще без вариантов. Там тип мини, мины ставил. Только что я видел, там Хантера Магнум вроде или какой-то такой. Зайдем так же самое, сейчас попробуем развалить. И дернем. Я думаю, получится. Только нам надо решить, что делать вместе. Лучше, наверное, вместе просто укатывать. И все. Ну, так, да. Я живу. Я сзади. Аптека есть, Вань? Ну, уже нету. Ой, хорошо, давай-давай. Работаем. Шатра дряжа. Можете пробовать. Бэмсис. Ой, меня пробили. Так, ладно, мне надо резу поменять. Что там? Там магнум был, да, жесткий? Да. Магнум. Шафта есть. Я тоже переоденусь. И? Шафт, магнум. И Тесла вроде есть. Окей. Да, Тесла какая-то. И все. Давай, у нас еще 9 минут есть. Потихонечку, помаленечку что-то попробуем. Главное, овердрайвы поюзать. Контентовый. Здесь карта не самая простая, наверное, для реализации дикотвинцов. В этом плане нам не сказать, что супер повезло, но... Можно еще одну скатать. Даже и на такой карте можно пробовать что-то делать. Посмотрим сейчас. Сейчас оверка будет падать, поэтому надо ее законтролить. И у меня 70. Летит. У тебя? Виталий, едь на овер. У меня 70. Виталий, у меня 0. Давай, у меня 20. Берешь? Давай, давай. Да, я заберу. Все, го, пушим. Правильно. Я еще на подъеме у них. Давай, давай, мы я сзади тебя. Сзади. Подожди только чуть. Все, полетели. Раздал. Айшар! Ептить, как будто в киберспорт попал, отвечаю. Арест тупо реально законтролил нах. Полиман там смысла играет. А. Чисто раздачку забьемся. Ну, я типа чуть-чуть живу. Но вряд ли это что-то сделаю. Мне шафт сбрил. Шафт, магнумы. Ну да, в принципе, порезал вроде неплохо. Только надо еще увести как-то. Так, оверка у меня есть. У тебя, Глеб, тоже должна быть.
Да, скоро будет, я пытаюсь оттянуть. Прыгнешь? Может быть. Давай. Да, наверное, прыгну. Давай, давай. Виталий, встречай. Я далеко. Левый. Ладно, я раздачку дам, на всякий, чтоб слить. Давай. Они что-то агрессивные, супер. Лево, там страховочку сделай. Виталичка. Ну, вроде все нормально. Пятка? Поставочка будет? Ну. Деда Виталь. Виталий поставит. Я за ним. Ну, нормально. Так, оверки есть еще? Да, у меня есть. Окей, я живу тогда. Ну, Васпик бомбу прожал. Ой, хорошо, хорошо. Го, я жду ее сейчас. Я через давай. Центр еду. Давай, давай. Центр викинг. Пол хп должен быть. Бля, у меня фул КД. Так, викинг минус ставит. Я сзади, Глеб. Давай, давай. Жми. Хорош. Антер с оверкой. Да, хорошо. Нажал поздно. Викинг, бомба, 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 аккуратно. Что, можно увозить? Шафт. Шафт разрядился. Норм. Там, правда, криты уже так быстро закончились. Кажется, 10 секунд, но ептить, как они быстро заканчиваются. Снизу флаг. Кто-то подбирает вроде из наших. Так, у меня 50. Хорошо, попробую встретить. А оверка там они битые прям. Оверка, минуту, наверное, да? Уже была. Не, только что была, по идее. А, они вернули. А, ну окей. 1-0, в принципе, тоже неплохо счет. Еще бы один увести, будет вообще бомбочка. Так, викинг сзади. Давай, пробуй. Вот овер будет. Мне еще 15% будет. Тогда надо жить. Я попробую слева заехать. Сейчас попробуем слить этого. Типа работочку. Все, у меня сейчас 7% будет, можно ехать. Я живу подъем. Пока что у них на базе. Не знаю, надолго ли мне хватит. Ладно, я прячусь. Я спрятался, я в домике. Ну, мы до тебя вряд ли там доедем. Ну, сейчас у меня аптека появится, я подъеду. Блин, тут тип едет на меня. А, не, он не на меня, он меня не видел. Что там? Когда будете близко, давай. Скажете. Давай вниз. Давай. Или я достану, я давай, до давай, тебя. Давай, еду, еду, еду. Прыгаю лучше. Так, у нас флаг увозит. Не, не птик, да, просто один тип все контролит. Я шатал. Жесть. Найс у нас скоро просто. Оверка должна быть. Оверка летит. Да, кто раздавал? Виталь, ты? Я раздавал. Ты надо брать. Хантер надо следить. Жесть, это жесткий викинг там поднимается. Да, там уже заберут. Но его не отфокусит. У меня сейчас будет оверка. Можем, в принципе, заезжать. У Ареса нет оверки. Можем. Что-то пробовать. Там-ка. Блин, боже, какой-то киберспорт попал, отвечаю. Арес просто вжимает овер. Контролит нас. Что за приколы? Куда мы попали просто? Че это карта моя любимая? Так, аптека есть, Глеб? Давай, вниз. Угу. Виталь, под этот заходик. Го. Вжимаю. Бэмси. Сзади, это Жига прожала. Викинга Жига сзади. Там да, свою я тип. Просто в шоке, эти типы. О, еще и Арес был готов еще вжимать. Это Арес свою нажал? Да, он свою. Вот это у него все время оверка есть под наш заход. Так, что у вас по процентам? У меня 90. У меня только 36. Окей. Давай попробуем. Право там тип еще. Бля, жига. Давай попробуем его слить. Ну я не доживу, наверное. Пробуем. Викинг без аптечки. Пол хп справа. Вон 30 киллов. Для такой карты, наверное, это не так плохо, но все равно шляпа усатая. Лобовато. У них 500 очков. Го-центр тогда? Давай. Оверка падает, подождите, я заберу. Давай. Не разорвай. Давай. Викинга слил. Гоу. Взял? Да, забираю. У Ареса, походу, сейчас опять будет овер. Он опять пожмет. Давай, Глеб. Викинг прожал. Ну, сука, ну что это за дично? Ну как играть просто? Ты заходишь в катку, 3 против 20, которые стоят на своей базе. Да. Я еще 1-0 проигрываю. У меня есть, может, право попробуем? Давай. Но там, давай, мне кажется, очень должно быть много мин. Конечно, давайте просто так первый раз. Там Хантер и Шафт, короче, ставит мины, можно его сбрить. Он пикает, можно.
Добить, доработать. Блин. Он сильно живёшь? Битый. Не слили. Он, короче, за стенкой стоит, но там на нем очень много мин, по ощущениям. Он выкатывал, ставил. Я слева зайду. У него 0 хп, по идее. Викинг Атвин выжимает омерку. Типы чисто летят катки и сидят в дефе. Боже, как я ненавижу эту карту. Это я когда-то видос записывал уже на ней. И такая же самая ситуация была. Типы летели по счету и сидели просто в дефе. Я бы им показал вот турбосушечку на 1-0 чисто. МТНТВ. Ты по процентам? Вань, ты где? У меня есть. У Виталия есть. Я на респе буду. А у тебя есть? Глебч. Нет, у меня только вот шаф только что пикал опять право. Оверка падает. Блин, вот сучара. О, попробую издалека набэмсить. Фига, сдалека нормально летит. У нас флаг направо ушел, походу. Это плохо. Надо возвращать. 1.5 минуты до конца. Нужен возвратик. Я пойду. Попробую вернуть. Отлично. И есть возвратик сюда. Так, нам надо раздаваться. Пробуйте, может, вдвоем, если есть шансы. У меня просто 92. Если что, я потом подъеду и добавлю вам. Давай, на ОС. Если попробовать. Там ОРС нет? Там ОРС есть? ОРС да, есть. Да, пустил. Боже. Ну, го, короче, я тогда жду вас. Еще минутка есть. Сейчас попробуем. Жду чисто снизу под стенкой. Это такая супер дефовая карта. Он нас уводит? Я посмотрю. Там, там вас таки его убьют. Давай, я жду. Но у меня уже мало давай, хата. Давай, мы тебя ждем. Сейчас сек. О, Хантер шаф там пикнул. Да, справа вылез. Вижу. Можно. Прожимай, Виталий, есть что. Пробуйте его слить. Вжимай, я зайду сейчас справа, сзади вас буду. Сзади у вас Вика Жига. Не знаю, на сойеру. Давай, ебать, тут криты. Давай. Может, чуть подкатитесь назад. Подкатитесь назад. Добавляй. Бомбочка. Ай! Добавил. Хантер чисто. Так, одного сбрил, второго сбрил. Нашу возит. Надо нашего встретить. Пока чуть. Боже, я застрял. Я застрял. Отсек. Ну такая карта, конечно, супер тяжелая. Я не знаю, может быть даже и на дико вулканах вот здесь бы особо сильнее не было бы. Такая карта. Не контентовая, если честно. Ну давай скатаем еще одну. Давай скатаем. О, 10-ку за такую катку? Ну да, нормальный кэф. Ну потому что большая карта. Ептись. Ну это прям очень серьезно. Так, ну быстрый бой, чисто. Вот что повезет, то скатаем. Потому что это, ну, такой себе результатик. Не очень контентовый был, если честно. Непонятно, работает вообще это как-то в плюс. Или это слабые комбинации. Надо посмотреть. О, а вот это уже контактик. Вот здесь уже можно, я думаю, что повкуснее подавать. Я даже думаю, что здесь можно, по идее, гипериончиков каких-нибудь взять. Здесь ТДМ-очка. Ой-ой-ой. Я думаю, что здесь ловкачество особо и не нужен. Ой, ну это нормально, сейчас бритва пойдет. А, и только киллы сейчас пойдут? Я думал, уже киллы идут. Оказывается, я просто в холостую стрелял. Так, что у них там по устройствам? Рельса, страйкер, пробитие. Оверка падает. Гром, хотя громор, да? Оверочка. Я лечу, может быть, заберу. Ай-яй-яй. Хорошо. Где вы? Хорош. Глебыч на мне? Так, я на респе буду. Направо, на давай направо. Давай сейчас. Живите, я тут на центре респанулся. Давай. Пантер. У него оверки же нету. Нет. Давай, жму. Полетели. Работу делаем. Здесь я думаю, что еще иногда лучше играть срезом от винца, когда ты прям пушишь жестко вперед. Резистик. Может быть. Иметь тоже неплохо. Так. Ну и порезом от винца тоже не так много у противника. Этому должно в плюс работать хорошо. 130 за 1.5 минуты. Но в рамках ТДМ-ки, наверное, 1000 набрать тяжело. Посмотрим, что получится. Так, давай еще. Один уже взял сразу резик от винца. Так, меня слили. Ну, Глебыч 8-0 шел.
По красоте. Навальчик давал. Блять. Так, я думаю, что надо гипериончика лучше одеть, что тут ловкач особо. Да-да-да, я беру гиперион. Потому что здесь, чтобы пожить и чтобы расходка была, лучше с гиперионом играть. Чем играть с дроном, который тебя не сейвит. Так, я беру рез от грома, маки и от себя самого возьму. У Глеба еще левая есть оверка. Так, гром, и оверка летит на центре. Я дрон меняю. Да, там походу типа заберут. Еду. Не забрал. Ладно. У тебя есть, да, Глебыч? Еду, еду. Да, да. Блин, да, как же медленно ехать на гиперионе после ловкача. Так, правое закрываю. Одного, второго. Но здесь еще плюс в том, что у тебя есть сплэш урон. Ты можешь очень много дамажить от всяких стеночек. Добавлять. Дамажечки. Чем-то этот твинс, кстати, похож на автопушку. У автопушки же тоже крит урон был повышенный, а простые выстрелы типа с маленьким уроном. Ой, только да. Это... Я лево, у меня дырка есть. Летит быстрее. Я тоже лево. Давай. Можете раздаться, в принципе, у меня 80. Я давай, потом... ждем тебя. Да давай, жми, лучше жми. Чтобы вы жили. Ну вы и так бы жили, ну ладно. Лучше, чтобы подольше жили и побольше киллов дали. Тут нормальный контентик был. Так, справа викинг. У меня 92, если че. Давай пробуем. Ебать, его закидывают нахуй, три разных света. Я жму. Давай. Да, здесь еще плюс этого твинса в том, что у тебя сила-то удара тоже есть. Так-то ты играешь на вулкане, например, у тебя силы удара не будет. Ну, она тоже тут не особо большая, там, по идее, ну... должны сделать. Ой, да приколи, его бы перевернуть можно было бы. В машины чисто так тушишь его и в минус набрасываешь. Реально ли его слить? О, найс. О, слили. Найс. Оверка упала, бля. Не законтролили. Так, а что у вас по процентам? У меня 85. Вот этот хантер, кстати. И оверки забирают. 85, значит под Глебыча играем. 95 уже. Давай, едем. О, найс. Давай. И типа уже вниз падают. Чтобы по ним не залетело. Если шо. Давай. Хорошо. Ну крит по 660 это неплохая вещь. У вулкана, конечно, сколько там было? 1200 с самого начала. Сейчас я даже не знаю, сколько у него крит. Сколько крит у пулика? Когда раздается овер. Я тоже не знаю. Ну, наверное, где-то 800 плюс-минус, мне кажется. Я точно помню, что было по 1000. Залетало стика. Причем? В киллзону сразу едет. Наваливает, да, контентику. Давай, добавляй. У меня 70. У тебя Виталь сколько? 92. Хорош. Так, колечко можно сбрить. Ну, матчмейкинги не такие уж и крепочки играют, если честно. Я удивлен. Оп. А, Егор запикался. Егорчик стрим снайпер чисто. А, Егорчик еще и на голос сидит. Так, оверка на центре. Сколько у вас? 45. Бери. У меня есть. Давай, Виталь, туши. О, шар летит. Сука, свой помешал. Ай, на Егор. Чисто стрим снайпер. Да, я не вышел, нахуй. У меня есть оверка. У меня есть оверка, справа я. У меня тоже. Но я лево. Не хочешь направо приехать? Но я только по респам. Блин, не буду жать. Сергей. Либо жми там. Не-не-не-не-не. Я слился. Я справа рез. Го-го-го. Я нашел. Давай дальше. Давай, го. Ой, хорошо. Полетели. И сразу могу добавить. Виталий, аптек есть? Живи. Погоди, сейчас подъеду. Добавляю. Летели. Ладно, нулевые эти уроны. Блин, вот не было бы нулевого урона. Ептить, сколько можно было бы давать киллов? Эти нулевые уроны, это просто ужас. Ты зареспил типов, они респятся с этим нулевым уроном.
Время выигрывают, сколько, это просто жесть. Ну 3-4 кило, а у тебя Глебыч. Лаг был, да? Лаг был у вас? Да, да. Да. Сейчас оверка будет через 15 сек. Mm-hmm. Можно ее законтролить и отыграть. Давай. Хантер. Ну давай Хантеру по-быстренькому. Он убежал чуть-чуть. Викинга. Реза не меняли, да, я так понял? Mm-hmm. А чё, а чем эти резы? Забрали? Забрал оверку? А. Да, тип какой-то. У меня 50. У меня 70. Да тут когда так тушит, что уже на оверку не смотришь. Когда у тебя чисто домашка это летит бешеная. Ну, не сказать, что, конечно, она супер большая, но... Как просто стоишь, красиво залетает. Чётенько. Если контролить каждый овер, я думаю, что вообще можно. Нормально еще дополнительно давать. Слишком жестко. Я слеп, у меня 90 сейчас. Скоро давай. Будет. Ладно. Ну выглядит красиво. Еще когда у нас были бы разные цвета выстрел. У кого-то другой. У Виталия вон желтый, да. Какой-то. Я раздал. Давай, хорош. Сразу видно диктатор турнира. Я за стеночкой стою, Виталий, через стеночку раздачку душ. Антенна. Я 97, могу еще дать. Давай, давай, Виталий, назад чуть. Виталий, да. Ну, если бы этот викинг был бы умный, он бы сразу бы сейчас нажал бы. Контентик. Если бы это был бы ЛВ, нахуй, сейчас бы ёбнул бы, нахуй. Дым посолочка, так добавляю. Ну, Глебыч, ну куда ты так двигаешься быстро? Понадевают этих ловкачей. И летают по карте. Сразу видно арест турнира. Сразу видно тип, который 0-2 идет. Так, 8 киллов. Но эта катка уже получше. Уже получше, чем та. Ну как для кого? Я не знаю, сколько вы так набиваете. Но... А, ну, у тебя 25 тоже не так плохо пойдет. Ну, блядь. Но все равно чувствуется, что ну такое. Типа вулканы. Все равно, ну, да, по ощущениям, вулканы показывают лучше. Блин, интересно. Ну, вулканы намного. Ну, быстрее просто убиваешь противника. Но все равно. То есть этот нулевой урон, он не дает возможности прям полностью реализовать эти комбины. Ну, либо надо не прям на респе стоять, типа там на картах. Тогда будет работать лучше. Но так в целом прикольно. Мне понравилось. Пишите, ребят, что вы думаете по поводу дикотвинцов с турбоускорителями. Пишите, возможно, вы хотите увидеть какие-то еще совместные видосы с какими-то определенными комбинациями. Все на ваше усмотрение в комментариях. Ну и поддерживайте обязательно видос лайком. Подписывайтесь на канал. Именно ваша поддержка данного видеоролика для меня скажет, ну, тут тот самый моментик, стоит ли записывать такие видосы чаще. Если да, если вам интересно, то я буду стараться ребят приглашать всяких разных. Вообще сегодня мог залететь один медиагигантик, но он куда-то там где-то ушел. Поэтому записали видос с другими ребятами. Не забывайте также нажимать на колокольчик, ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике снизу, мой личный тег это тег TeamP, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше, информация по розыгрышу есть вся в описании. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока.